Друзья, сейчас разберем с вами восьмиступенчатую процедуру омоложения. Как мы можем сделать на микс-наборе восьмиступенчатую процедуру омоложения? Что туда входит? Давайте разбираться. Первым этапом, что мы сделаем, это мы очистим кожу. С помощью процедуры фарфоровая куколка мы очистим кожу, увлажним кожу. Подготовим к аппаратной мезопроцедуре. Первым этапом мы сделаем процедурку фарфоровая куколка. Нанесем 2 или 3 мезоампулки. Либо можно нанести 2 мезоампулы плюс BB Glow. По желанию это будет вообще классно. Нанесем с вами карбокси. Пройдем процедуру карбокситерапия с помощью карбокси-геля. Нам понадобится такой шприц с гелем карбокси, любая тканевая гиалуроновая масочка, либо просто тканевая увлажняющая масочка. И понадобится гиалуроновая маска как гель. И набор мезоампулок на выбор. Какой хотите, любой набор, любую мезоампулу можете использовать. Сегодня я буду использовать микс мезоампул. Это у нас ампулка желтого цвета. Это лифтинг ампулка, на ней написано салмон. Также можно использовать аква ампулку розового цвета увлажнения. И ампулка пептиды. Есть ампулка такая беленькая. Это идет отбеливание плюс увлажнение. Можем ее использовать. Либо можем в конце использовать ампулку BB Glow по желанию. Ну что мы сегодня сделаем? Давайте мы выберем, например, лифтинг ампулку. И, например, выберем пептиды и бибишечку. Я знаю, что многие любят процедуру BB Glow, поэтому совместим 8-ступенчатое омоложение, фарфоровую куколку, карбокситерапию и лифтинг-процедуру. Получается 8 этапов. Первый этап – это фарфоровая куколка, очищение, увлажнение, лифтинг. Вторым этапом – это первая мезоампулка. Третьим этапом – вторая мезоампулка. Четвертым этапом – это BB-ампулка. Пятым пунктом это у нас будет карбокси, шестым гиалуроновая масочка и седьмым пунктом это у нас будет тканевая увлажняющая масочка и восьмым пунктом будет лифтинг-крем либо SPF-крем с лифтинг-эффектом. Итак, начинаем. Первым этапом очищаем кожу от